Вот как оцениваете состояние работ сегодня в сквере? Когда они все-таки будут завершены? Я вам не скажу, когда они будут завершены. А в чем проблема сегодня? Проблема, работы ведутся. В чем проблема? Недоделок осталось. Много еще сегодня недоделок? Ну, мелочи, видите, углы зашить где-то на фасаде. А с освещением? Что с освещением? В чем там все-таки проблема? И нашли ли они причину? Ищут. То есть навесной они уже все повешали. Не освещение, сейчас сказать. Звук, видеонаблюдение, все. Видели, наверное, ну, в районе самого памятника. То есть раскопали. Они сейчас найдут, в общем, в один короб выходят разные концы проводов. То есть найдут, срастят, запустят звук видеонаблюдения и освещение, контур Борисенко, все. Сейчас пока тянут иллюминацию по фасаду. А как-то объясняют, почему сразу это не предусмотрели и пришлось вот скрывать опять газоны и все на свете? Не могу объяснить. А какие еще сегодня вот такие существенные недоделки, которые вот не позволяют определить окончательную дату? Так, основные работы: киоск, киоски, оба фронтона, зашивка. Ну и согласно актам, которые предъявлены, по качеству будут переделывать. Скажите, а подрядчик на ваши замечания, он вообще как реагирует? Соглашается с ними или там бывает и спорит? Ну как, конечно, по-разному бывает. Любой подрядчик, ну все, что он спорит, это... Мы на его сторону не встанем, поэтому будем уже... Не знаю, сейчас срок окончания я вам не скажу, не могу сказать. Делаю, пусть доведут до конца, вот, честное слово уже. Вы думаете, в этом году это случится? Я не знаю, не скажу. Будем надеяться. Я не случайно интересуюсь, потому что Николай Николаевич Гурулев депутатам уже озвучил, что возможно и такое, что в этом году работы не завершат. Не знаю, я не могу за подрядчика говорить. Мы торопим их, как возможно, с нашей стороны. Скажите, а как с деньгами быть? Деньги-то большие, федеральные. Подрядчик их должен в этом году получить? Ну, за выполненный объем, что касается, конечно, он получит. Что сделал, я имею в виду. Не могу не спросить, не жалеете сегодня, что согласились на директорское кресло? Да сейчас уже рано. Сейчас уже рано об этом говорить. Или поздно? Без разницы. Поздно, рано.